Да, привет, пламенный. Привет. Привет. Да, у Саши новый лук, я хочу сказать. Уже такая стильная и сексуальная, как он сам, скорее всего, думает. Бородка. А ты от себя сейчас прибабахиваешь. Прибабахиваешь? Нет, я просто завидую, что на твоем лице гораздо больше волос, чем на моем. Потому что у меня, зато у меня лицо больше. Ладно, в общем, мы готовы к рубрике. Если в сугроб приходили домой, приносили с собой давайте что-нибудь споем. Давайте споем песню «Метель». Да, мы тут говорили о зиме, о метелях. Мы все помним рассказы наших бабушек и дедушек о том, как они ходили в школу по несколько километров пешком, надевали вот эти шубы, которые застегивались ремнем с красной звездой. Ну, как с красной звездой, но все знают, что это красная. И шапка тигровая, или леопардовая, шапка, резинки, которые вот так вот делаешь, отпускаешь, и вот так вот по дорожке. Да, помните? Было дело. Как часто мы слышим эти фразы уже после отбоя, когда все